Сегодня Карачаево-Черкесия отметила столетие ветерана Великой Отечественной войны бывшего председателя облсполкома Магомета Абдурзаковича Баташева. В Черкеске у памятника нашему великому земляку провели торжественный митинг. Репортаж Руслана Карпмазова. Имя Магомеда Абдурзаковича увековечено не только в памятнике Дома правительства. Его имя увековечено плодотворным результатом работы по всей Карачаево-Черкесии. С его именем связано создание дружных межнациональных коллективов, развитие промышленного потенциала, строй индустрии и туризма в Карачаево-Черкесии, благоустройство населенных пунктов, оккультуривание горных пастбищ. Первое, для того, чтобы что-то вопрос какой-то крупный, кардинальный вопрос решить, надо его очень хорошо знать. И верить, что это целесообразно, что оно принесет пользу. И обосновать ее соответствующим образом. Убедите вот тех людей, которые, от которых зависит решение того или иного вопроса. Убедите этих людей, что это целесообразно, что это выгодно, как с точки зрения государства в целом, так и, допустим, той же Карачаево-Черкесии. До сих пор живы и очевидцы деятельности Буташева, его соратники. Они передают новым поколениям рассказы о человеке, который построил наш дом, Карачаево-Черкесию, и создал каждому из нас уют в этом доме. Необычный человек, глубочайшего ума, высочайшей культуры, так-то. Мне кажется, он мог быть академиком своеобразным, чтобы показать, кто такой руководитель и что такое организатор дела. Сказать «горячий патриот» – это слабо сказать. Он просто считал как-то своим долгом, своей миссией, что ли, на своем месте сделать максимально для Родины. Была еще маленькая, строили дорогу через Таркач, и вот мы туда каждую субботу ездили, и, значит, он как бы и ревизию делал, и заодно маму свою проведывал. И вот из Терезе вверх, когда едешь, уже выезжаешь из района, там вечно кто-то стоял, ждал попутку, автобус и так далее. Он, как правило, всегда сажал в машину и по дороге, и расспросит, и поговорит. И, в общем, у него не было никогда вот этого, как сказать, высокомерия. Никогда не было. Мне хочется, вот пользуясь таким случаем, просить граждан Карачаево-Черкесии, чтобы они не очень строго судили обо мне. Совершенно искренне говорю, что я старался всеми силами сделать как можно лучше. И если где-то не так сделал, то сделал просто по ошибке. И за это, если допущены были какие-то ошибки в отдельных людей, я прошу просто у них прощения. В конце я скажу, что я верю и глубоко убежден в том, что при дружной, согласованной работе, при взаимном уважении народов, которые живут в Карачаево-Черкесии, можно добиться, и притом за короткое время, можно добиться заметных успехов, заметного улучшения жизни всех, кто живет на этой прекрасной, любимой мною и Карачаево-Черкесии. Участники этого митинга едины в одном мнении. Магомед Абдурзакович останется в истории не сколько как политический деятель, сколько как человек, у которого была высшая степень человеколюбия. Он любил народа Карачаево-Черкесии, а народа Карачаево-Черкесии продолжает его любить. Руслан Куркмазов, Рашид Токов, Вести Карачаево-Черкесия.